Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави задний». Сейчас мы с вами провяжем ленивый жаккард. Ленивый жаккард от обычного отличается отсутствием протяжек на изнанке. Принцип вязания такой же, только отсутствуют протяжки. Итак, по раппорту выдвигаем переднее нерабочее положение иглы. Провязываем два ряда выбранным цветом. Ставим все иглы в рабочее положение и выдвигаем иглы, которые у нас только что стояли в рабочем положении. То есть меняем местами иголки. По большому счету мы поставили в нерабочее положение те иглы, которые у нас только что работали. И провязываем вторым цветом тоже два ряда. Убираем иглы в рабочее положение, смотрим на наш раппорт, нужна другая линейка. Третью иглу в переднее нерабочее положение линейкой 1 к 3. Два ряда белым. То есть мы все время начинаем белым, выдвигаем по раппорту иглы в переднее нерабочее положение и начинаем одним цветом, чтобы не запутаться, каким мы вязали, каким не вязали. Два ряда. И меняем местами иголки. То есть выдвигаем в переднее нерабочее положение все иглы и ставим в работу те, которые у нас только что работали. Не работали. Меняем их местами. И вторым цветом провязываем два ряда. Видите, у нас получаются протяжки точно такие же, как в жаккарде, но учитывая способ вязания, они сейчас все будут ввязаны в рисунок и уйдут. Их просто не будет. Такой способ очень удобен для детского вязания. Ребенок не запутается в этих длинных-длинных протяжках. Так, следующий этап. Опять же, линейка 1 к 3. Смотрим по раппорту, выдвигаем четвертую иглу. И одной линейкой всех подравниваем. Берем первый цвет, два ряда. Меняем иглы местами, то есть выдвигаем в переднее нерабочее положение все иголки и убираем назад те, которые у нас не вязали. Они ставят рабочее положение и будут сейчас провязаны. Два ряда вторым цветом. То есть принцип вязания такой же, как в жаккарде. Мы меняем местами иголки в каждом ряду. Третий вариант рисунка. Третий вариант, третья строчка. Четвертая строчка, нужна линейка 2 к 2. Третья иглука, вторая игла. По раппорту подвигаем иголки. И первым цветом провязываем. Самое главное не путать первый, второй цвет. Меняем иглы местами. Те, которые у нас не работали, теперь будут работать. Так, у нас вот эти вот не работали, теперь они остаются. Выдвигаем вот так. И вторым цветом. Смотрите, раппорт, там все понятно. Главное не перепутать, когда мы вяжем белый, когда синий. Ну, как я уже сказала, чтобы не запутаться, определите, что по раппорту выдвигаете иглы и вяжете первым цветом. Меняете иглы местами и вяжете вторым цветом. Тогда вы не запутаетесь, и все будет очень просто. Прелесть этого способа в том, что, во-первых, нет протяжек, а во-вторых, полотно более плотное получается. Видите, оно может не всегда провязывать. Вот таким способом провязываются ленивые жаккарды. Мы с вами провязали три раппорта. После того, как закончили раппорт, провязали общим цветом два ряда и продолжаем нужное количество раз. Все очень просто.